Это усадьба Кузьминки. Это знаменитые здания конного двора, построенное в свое время Жилярди. Здесь очень много всегда людей. Здесь очень много достаточно интересных построек. Здесь пруд. На той стороне усадьба. Церковь довольно интересная. Сейчас это посмотрим. Вот эти фигуры крупным планом. Да я... Это домик на плотине. Руки верхние. У них паром он даже есть, видишь? Лодочная станция. Вон как интересно. Вон там тоже мостик интересный. Пруд нижний. Это верхняя, конечно, не плотина. На той стороне конный двор, верхний пруд, вот есть домик на плотине. Вот он, конный двор плывет. Такой красивый паром, который как раз катает здесь по непосредственно парку. И сейчас подойдем тоже к очень интересному, красивому месту, гроту. Вот тут огород интересный. И еще один, а там дальше сзади усадьба сама. В этой усадьбе когда-то были непосредственно академия и ветеринарная. Может быть, она там сейчас и осталась. А здесь вот такие игрушки построены. Народ уже забирает. Но здесь никто не купается, конечно. Ну вот. Конный двор. Это сама усадьба, знаменитые ворота, грифоны. Да, академия, видимо, как была, так и есть здесь. Здание все разваливается, но вот перед входом вроде бы все красиво. Даже вот это знаменитый мост остался. Львы лежат перед входом этих. С боковые флигели. Место, в общем, симпатичное, но, увы, уже заброшено. А вот церковь Лахернской Кузьминки. Достаточно тоже любопытная.